Здравствуйте. 9 июля, 12 лунный день. В созыде Будд, Сатхи Воды, особенный день для благородных людей, практики совершения благоприятия, медитации, создавать планы, подписание контрактов, договоров, продажи, принятие важных решений, развитие благородных дел, праздников, новоселья, создавать, строить эскизы, дома, строение, дизайн, влаживать сбережения, обращение Буддам, Бодхисаттвам, принимать невесту, выдвижение указов, посадки деревьев благоприятен. День неблагоприятен для установления фундамента, оставлять благопожелания, приобретения диких животных неблагоприятен. Благоприятен для людей, родящих год курицы, коровы, неблагоприятен годам тигра, обезьяны, свиньи. Илгинском сукчундуване хорол циндо за долголетие, Мани Дуани, Панзаракша, Джудуани, Таванхарула на бурятском языке. С этого дня воздержитесь от купания в течение недели. Звезды и Пакшак запрещено купаться, все воды меняют структуру. Для тех, кто не согласен на однообразие и ординарность, кто творит лучшее новое, но чтит особый опыт старого. Времена меняются и изменяют нас, но в главном мы все те же. Далекие предки из бескрайних степей. Ресторан «Орда».